radość. Albo zostawimy na kolejne spotkanie, a Aleksander tutaj mówi, że jest bardzo szczęśliwy. Tak, tam się to pisze. Они пишут, что, ну, пожалуйста, покажите, пожалуйста, что еще есть. Скажите, что еще. Нет, просто то, что мы принесли ко мне домой. Швабру, мы можем, у нас есть сюрприз. Они хотят швабру, кстати, пишут. Есть, у нас сюрприз, молодцы. Сейчас есть несподянка для вас, моб в акции. Да, сюрприз. У нас их несколько швабр, но здесь мы одну принесли. Несколько видов разных. Mamy kilka mopów, ale tutaj mamy właśnie jeden z nich. Ja, кстати, хочу показать это. Открой ручку пока. Это платформа, а к ней вот там есть ручка. Ну, я просто на столе, чтобы ручку. Ну, смотрите, швабра с такими... Давай мне откроем. Вот, ты не открывай, не открывай дальше. Смотрите, вот эта салфетка, которую мы здесь видим, она двухсторонняя. С одной стороны вот такие... Да? Пальчики? Ну, тогда мы такую серветку двустронную, так, видимо. Да. А с этой стороны гладкий, такой просто гладкий. А с другой стороны есть такая гладютка. Вот это, да. Ага, Саша мне успевает ручку накрутить. Ничего. Отлично, все, хватит. А ничего не накрутилось. Да не так, она вот это откручивается. А, вот такие клипсы. А у меня другая швабра, я другой пользуюсь, универсальной. Ладно, подожди, дай-ка я расскажу. Ну, давай. Времени совсем мало. То есть смотрите, вот это то, что здесь, это для сухой уборки. Вот это, которое пальчиками, это для стен, штор, потолка. Она в себя сажу, пыль хорошо убирает. И тут видим такую сторону, которую мыем на сухо, спрятаем на сухо, и очень хорошо тоже этот куш, это все втягивает до środka. Когда люди ее мочат и начинают ей пол протирать, это ошибка, потому что оттуда потом не вытащить волоски. Kiedy ktoś moczy tą stronę i zaczyna na mokro myć podłogę, to jest pomyłka. Tak się nie robi, dlatego że później nie da się tego brudu. Ciężko jest wyciągnąć ten brud ze środka. To jest to dla suchowa, to pylisos. To na sucho to jest tak jak odkurzacz. A вот эта сторона будет самая ваша любимая. Ja wam объясню. Вот эта сторона, она используется, но она, как сказать, то есть вы ей подметаете сухой, и на нее все-все-все пылинки, волосинки, соринки прилипают. А та другая сторона, то гарантую вам, что будет ваша улюблена, потому что можете так на сухо позамятать, и все, и она так как бы все притягивает до себя и удерживает. Вот. А еще там есть силиконовая вот такая накладка, то есть надета на швабру силиконовая, видите? I tutaj mamy taką też część silikonową, którą nakładamy tutaj na mop. Żeby вот этими nie powrzeżdżać mebel i plintus. Żeby przy sprzątaniu nie uderzyć gdzieś tam meble i nie zniszczyć meble. To jest takie zabezpieczenie. Nie, она для влажной уборки. Она, видите, на ней нет сильно пушистых этих. Вот это. А та серветка есть до спрятания на мокро. Тутай видим, что она иначе уж выглядит. Вот эта сторона, ей очень хорошо стекла, зеркала, высокие бывают шкафы, вот эти зеркальные. Вот это, и то важную сторону очень файне можно выспрятать люстра, какие-то шафы, что-то, что есть высоко, и не сягаем там. Вот, а вот эта, которая, видите, немножко такая пушистая, вот ей очень хорошо мыть пол. А ту сторону, которую сейчас показываю, очень легко умыть подлогу. Вот, и она очень хорошо из микротрещин в себя вбирает все... Сначала будет очень туго. Первый раз, когда будете мыть, она будет как будто тормозит, как будто плохо идет. Потому что она присасывается из этих микрощелей, пытается вытащить.
За першим разом, коли будете мити підлогу, то може іти так навіть тяжко трохи, тому що та сторона акурат так якби ще приклея до поверхні трохи і притягує до себе цей цілий бруд, навіть з таких, як маємо якісь такі мікропінкнення або якісь такі місця, де тяжко є умити, то вона то все витягує. Вот. Зато потім вона у вас буде літати. Але потім вже за другим, третім і колейним разом з Латвощою буде... Вот, так же вот этой стороной, вот этой влажной, вот, мы можем ковры или карпет, но это мы делаем вот как утюжком в таком направлении. Теж ту сторону, яку зараз показує вільготно, можемо умити теж диван, наприклад, тільки дуже делікатно, так як желаским по просто. Все дело в том, что он вот так вот, ворс об ворс, он выкатывает как косичками весь мусор, все волосинки и соринки. Для того, что тот выглядит в такой способ, что то так, как так не бы волкуя и сбирая все волосы и все, что есть на диване. Да, и будет выкатывать, и вы, это, будет все чисто. Ну и то будет так волковать, и будет диван целый чист. В общем, можно рассказывать это бесконечно. Да, об этом много можно говорить. Вот, даже про ручку можно говорить, что вот это выкручивается. Такой же, допустим, у кого-то, у знакомых есть швабра, надставляется. Вот так она расставляется. Делается длинная. И можно окна второго этажа мыть. Можемо теж видужити тут, і можна умити навіть друге окно на другому поверсі. В общем, вся фурнітура німецького качества. Да, вот это Германия производит весь металлопластик Германия, а волокно японское. І то є продуковане в Німчах, а вікно є продуковане в Японії. Ну вот. І ще є у нас дві швабри, одна з центрифугою. Ну, в общем, так. У меня такая. Да. Я очень люблю ее убирать. Вот. А еще одна есть, которая с распылителем. В общем, чудеса. Вы будете получать... Мы очень много разных мопов, которые имеют разные властивости. Да, вот такие дела. Если какие-то вопросы, еще, может, да. Один-два. Смотрите, у нас время истекло, но я так поняла, что люди хотят еще... Люди еще. Прям очень... Да, сильно. Мы сами горим вообще этим продуктом. А, только не надо забывать об одном, что мы, еще раз повторю, мы не компания, которая мой... Не клининговая компания, мы экологическая компания. И мы продаем не салфетки, мы продаем весь магазин, весь экомаркет целиком. Чтобы человек все убрал, всю бытовую химию токсическую, и этим пользовался. Только еще раз хочу обратить внимание на то, что мы не есть фирму спрятающую, только фирму экологичную. И мы не продаем серветки до спрятания, только продаем целую идею купования всего в склепе экологичном, в własnym sklepie internetowym, ekologicznym albo w ekomarkecie, gdzie po prostu usuwamy na ten moment całą chemię z domu i kupujemy tylko naturalne rzeczy. Da. To jest my nie chodzimy i nie prodajemy salfetki. W naszej koncepcji nie sprzedaż. W naszej koncepcji jest podключение людей na пользование этим товаром, по рекомендации они других приглашают. В общем, у нас выгодно всех подписывать, чтобы они становились потребителями. И тут мы не продаем, никому не полицаем ходить и продавать серветки, только попросту мы подписываем людей и даем им доступ до склепа, где они могут себе такие продукты набить, чтобы выэлиминовать ту химию из дома. И, на мой взгляд, очень важный момент, когда я пришел в эту компанию, я не ожидал, что люди могут на такие суммы покупать этот продукт. Потому что когда люди понимают, как этот продукт работает, когда приносят в свои дома, в дома своих друзей, родственников, то они покупают это на огромные-огромные суммы, потому что они горят от этого продукта и хотят все
І коли починаємо співпрацювати з фірмою Greenway, ну то не можу собі виобразити, що люди в стані аж тиле платити, тиле видавати на такі продукти, але за кожним разом, коли хтось такий продукт купує і впроваджує до свого дому, бачить те діяння, ну то хоче більше, і по просту люди замовляють цілий час, нон-стоп і на потужні квоти. У меня многие знакомые, купив одну салфетку для посуды или для стекла, потом покупают десятки других салфеток, тюрбаны, различные наборы. Поначалу могли скептически относиться, как только попробовали, на следующий день или через день звонят: неси все, мы хотим все, от пола до потолка. Bardzo dużo znajomych właśnie sceptycznie najpierw podchodzą do tego, ale kiedy kupują pierwszą serwetkę do mycia naczyń albo do mycia szyb, no to wtedy następnego dnia już dzwonią, że oni chcą wszystko, od, po prostu od sufitu do podłogi chcą wszystkie serwetki. Да, мне об этом Леночка рассказала, и я поверил ей, и теперь все люди вокруг меня хотят это, неважно какой они национальности, в какой стране живут. І всі хочуть цей унікальний продукт. І Єлена мені оповідала о тим продукті, і зараз всі особи, які са вокруг мене, вони всі, незалежно від того, скąd са, скąd походять, всі хочуть ці продукти. Ну все, мабуть, на цьому, да? Єлена, огромне вам спасибо, Саша. Ви, ребята, молодці просто. Дякуємо огромне. І хочемо зустрітися дуже скоро з вами. То слухайте, то запрошуємо вас, приглашаємо вас, прилітайте. Спасибо. Прилітайте, з огромним радістю вас приймемо. Кохані, я хочу від імені всіх, оскільки зіспів, від імені всіх зіспів подякувати за рівнодіяння, як і Елені, як Олександрові, як і Юрійові, бо Юрій це головний винуватця, що то появилося тут в у нас, так, зачепив моцно. Ребята, огромное спасибо. Я знаю, что у вас сейчас уже глубоко за полночь. Это вдвойне ценим. Вот. Мы сейчас включаемся так, как мы